те дни необычный посол дружбы приехал в Нью-Йорк. Советская девушка-снайпер, которая уничтожила более 150 фашистов. Перед вами лейтенант Людмила Павлюченко. Людмиле 26 лет. Родители наделили ее светлой головой и привлекательной внешностью. Я хочу сказать вам, что мы победим. Что нет такой силы, которая могла бы помешать победоносному маршу свободных народов мира. Мы должны объединиться. Как русский солдат, я предлагаю вам, великим солдатам Америки, свою руку. Fellow soldiers, forward to victory! Хвост горит, но машина летит на шестом слове и на одном крыле. Но дела, ночь была, их объекты разбомбили мы до дна. Мы ушли, ковыляя в мгле, мы к родной подлетаем земле. Вся команда цела, и машина пришла на честном слове и на одном крыле. Целая машина пришла на честном слове и на одном крыле.